Приветствую на своем канале, дорогие мои друзья, мои девочки, подписчики, все, кто решил ко мне заглянуть на канал. Сегодня хочу вас познакомить с очередной своей работой. Это детская болеро. Связано на девочку примерно годик. Это изделие у меня ушло примерно где-то грамм 50-60, не больше. У меня оставалось остатки пряжи, и я решила, что надо тоже куда-то его применить. Итак, вязалась из пряжи тупс. 100 граммах 210 метров, спицы 3,5 применялись. Мне понравилось вязать эту модель. Знаете почему? Потому что она вяжется легко. Данную модель можно связать не только для ребенка, но и для взрослого человека. В общем, на любой размер, девчонки, можно это связать, это точно. Здесь только прикол заключается в том, чтобы узнать вот эту вот ширину, вот эту, от проймы до середины груди. Если вы сделаете какой-то образец себе, свяжете, замерите свою полуокружность груди, свяжете образец и узнаете, сколько вам надо набирать петель на одну половину, вот эту вот часть, то можете спокойно связать и на любой размер. Здесь модель вяжется таким образом. Вяжется сначала одна половина, затем вяжется вторая половина. Две половины соединяются с помощью набора дополнительных петель. То есть здесь будет одна спица, здесь у вас вторая спица. Дополнительные петли набираются. Затем переворачивается как бы изделие и вяжется в обратную сторону спинка. Довязываете спинку. Затем боковые стороны планки пришиваете к боковой стороне спинки. Вот прошито. Вот здесь вот. И ваше болеро будет готово. Итак, длина спинки идет тоже количество рядов, что и на полочке. То есть можете спокойно или счетчик рядов включать, или, как я, допустим, сделала, это лицевые и изнаночные, ряды. И когда я уже вязала спинку, так, спокойно камера. Вязала спинку, я просто тоже ориентировалась на количество лицевых и изнаночных рядов. Здесь планочка также вяжется, все лицевые петли. Здесь просто чередуются лицевые и изнаночные ряды. Итак, дорогие мои, если вам понравилась данная модель, и вы хотите посмотреть, как это вяжется, то милости просим, смотрите продолжение ролика. Не забудьте при этом поставить свои комментарии, лайки, поделиться. Ну и, как обычно, подписаться на канал, нажать на колокольчик для того, чтобы потом вы не пропускали мои новые видео или новые мастер-классы. Также вам рекомендую смотреть мои видеоблоги, занятия или прямые эфиры, в которых я иногда часто своим зрителям о том, что я сейчас вяжу, чем я занимаюсь, потому что в прямых эфирах всегда можно поговорить своими зрителями, как говорится, но говорю, они мне пишут, но зато есть обратный контакт. Поэтому не пренебрегайте, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, и вы всегда будете первыми узнавать о том, что на моем канале вышло новое видео, или о том, что вышел прямой эфир. И вы всегда можете присутствовать на прямых эфирах и поболтать о чем-нибудь. Итак, смотрим продолжение ролика и учимся вязать болеро. Я с вами пока прощаюсь. Всех целую, всех обнимаю. До следующих встреч. С вами канал вязания. Я Вера Бармова. Всем пока-пока. Итак, для начала вязания нашего болеро нам надо связать вот такую же вторую половину полочки. То есть болеро вяжется снизу. Вяжется одна половинка. Затем точно так же вяжется вторая половинка в зеркальном отражении. Затем они будут соединяться вместе, две полочки, и будет вязаться спинка. Итак, для начала наборных петель у меня 22 петли. Приступаем. Берем ниточку, отмеряем определенное количество пряжи. И простым способом набираем 22 петли.
Набрали свои петельки, количество петель. Ниточку закрепляем, хвостик, чтобы он нам не мешал. И теперь мы вяжем ряды все лицевыми петлями, то есть по лицевой стороне и по изнаночной стороне все вяжем лицевыми петлями, чтобы у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов изнаночной вот такой вязки. Довязываем последние петельки. Последняя кромочная, что я делаю? Нить перед работой. Снимаю петлю, поворачиваю спицу, то есть поворачиваю изделие на следующую сторону. Вот эту снятую первую петлю, которая была кромочная снятая, я ее провязываю. Провязываю лицевой. И все петли остальные опять вяжу лицевыми петлями. Так все вяжу до конца ряда. Опять заканчиваю рядок. Последняя петля. Нить перед работой. Петельку снимаю. Поворачиваю изделие на следующую сторону. Кромочную петлю, которая была снята, я ее провязываю лицевой. И опять вяжу все петли до конца ряда. В конце кромочную петлю опять точно так же не провязываю, а снимаю ее. Итак, предпоследняя петля, опять последняя кромочная, нить перед работой, петельку снимаю, поворачиваю изделие и продолжаю вязать то количество рядов, которое мне необходимо. Кромочные петли теперь во время вывязывания данного изделия я буду точно так же делать. Кромочную в конце буду снимать, а в начале следующего ряда я ее буду провязывать. Для того, чтобы затем у меня вот получится вот такая вот красивая косичка. Итак, я вывязываю то количество рядов, которые у меня на этой планочке. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь будет 6 петель планки. С одной стороны и с другой стороны. Значит, вот это вот количество петель, ну, вот этих рядов, вот должно соответствовать и здесь. Ну, чтобы было как бы красиво, да? Здесь вот ширина такая, и здесь ширина такая. Вот. Она соответствует. Хотите 6 петель будете оставлять, хотите 4 петли. Это уже ваше дело. Но у меня здесь получается 6 петель с одной стороны оставлено для планочки. 6 петель с этой стороны для планочки. Ну и значит количество рядов будет соответствовать ширине вот этой планки. Итак, я продолжаю вязать количество рядов, которые мне необходимо. Итак, опять у меня кромочная, нить перед работой, я ее снимаю, поворачиваю изделие на следующую сторону, кромочную провязываю и продолжаю вязать лицевыми петлями до конца ряда. Закончив свои ряды, посчитайте, если у вас это будет первая планка, значит вы вторую планочку вяжете согласно первой планке. Итак, вернее не планка, а полочка. Теперь смотрите. Надо определиться, где у нас как бы будет со стороны вот планка, вот эта полочка, это планочка, да? Здесь вот рукавчик, здесь соединение будет два полотна вместе. Значит, получается, надо определиться, когда уже вяжете вторую половину, значит, определяйтесь, где у вас будет планочка, то есть с этой стороны вот эта планка. Где у вас будет боковая сторона? Ну, возможно, будет вот так. Но здесь можно посмотреть наборный ряд, как идет. И вот здесь наборный ряд. Значит, вот эта сторона как бы считается лицевой стороной.
у меня будет считаться. Теперь, после того, как ряды наши все одинаково связаны, теперь делим количество петель. Получается, что первые 6 петель это так и есть планка, боковая сторона или планочка со стороны передней части. Вот 5, 6, да? Теперь, если вы определились, то получается, если это лицевая сторона, значит здесь провязываются лицевые петли. Это если это уже изнаночная сторона, то есть вы обратной стороной будете прикладывать, то получается, что внутренние 10 петель провязываются изнаночными петлями. Я вам просто объясняю для вашего удобства. Вот 10 петель. Провязываем их изнаночными петлями. Ну, запутаете, значит, с этой стороны отсчитываете 6 петель и провязываете посередине 10 петель. Дальше остаются 6 петель, опять для боковой планки. Кромочную снимаем, поворачиваем. Теперь это у нас лицевая сторона получилась. Видите, я здесь провязала изнаночными, и сразу петли вышли лицевыми. Вот. Значит, у меня вот эта сторона, уже с этой стороны будет вот такая же планка передняя, а эта сторона будет боковая планка, то есть вот такая вот. Запоминаем. Если путаетесь, вешайте маркер. Теперь мы провязываем первые 6 петель боковой планки лицевыми. Дальше идут у нас 10 петель тоже лицевыми. Это петельки полочки. И остальные 6 петель это передней планочки. Кромочную обязательно снимаю. Переворачиваю изделие на следующую сторону. Это у нас изнаночная сторона. Боковые петли планочки все провязываются всегда лицевыми петлями. Хоть на лицевой стороне, хоть на изнаночной, они все провязываются лицевыми. 10 петель посередине провязываем изнаночными. Если неохота считать, просто отсчитывайте с обратной стороны. Вот 6 петель осталось, эти 6 петель провязываем лицевыми. Последняя кромочная обязательно снимаем, поворачиваем. Теперь смотрим. Здесь у меня 1, 2, 3, 4 ряда лицевых. Здесь получается 1, 2, 3, 4 ряда. То есть мы провязали туда-обратно, получается уже 4 ряда. Теперь в этом ряду будем делать уже оборотные ряды, для того, чтобы наше изделие заворачивалось таким образом. Но если мы вяжем одну половину, мы делаем оборотные ряды с этой стороны. Мы вяжем вторую половину. Значит, оборотный ряд у нас будет с другой стороны. Итак, не пугайтесь, это не так страшно, как вам кажется. Начинаем. Первые 6 петель планки. Дальше. Десять петель полочки. Шесть петель планки. Поворачиваем изделие на изнаночную сторону, вяжем опять 6 петель планочки. Но здесь уже оборотные ряды у нас будут изнаночные, поэтому остальные 10 петель тоже вяжем лицевыми петлями.
Отсчитываем 6 петель, чтобы в конце были. Провязали все 10 петель изнаночными. Поворачиваем изделие лицом к себе, делаем накид и провязываем 10 петель полочки и плюс 6 петель планки до конца. Последнюю кромочную снимаем. Поворачиваем. И опять провязываем все свои петли, петли планки и петельки полочки. Все вяжем лицевыми петлями, потому что эта секция у нас идет изнаночные вот эти ряды. Вот, провязала петлю, вот это накид остался, я его не трогаю. Поворачиваю изделие, делаю второй накид и вяжу в обратную сторону опять лицевыми петлями. Мы с вами провязали 2 оборотных ряда, то есть не довязывали ряды и возвращались обратно. Вот эта планка у нас осталась не провязанная, только провязывали переднюю планку, а планочка со стороны боковой стороны, она у нас осталась не провязанная. Кромочную снимаем, переворачиваем изделие, опять провязываем все петли лицевыми до того момента, где у нас были накиды. Провязали все петли до накида. Теперь вот эти 2 накида надо провязать вместе с первой петлей от планки. Они тоже провязываются лицевыми. Но так как планка у нас всегда же вяжется лицевыми петлями, значит, 2 накида плюс 2 накида плюс петля от планки провязали вместе. И остальные 5 петель от планки. Все, поворачиваем. Вот видите, что получилось? У нас здесь получился первый укороченный ряд. Здесь 2 раза мы туда-обратно, туда-обратно. То есть мы повернули здесь 2 раза. В первой секции 2 раза у меня повернуто, во второй секции тоже 2 раза. А вот уже в третьей, в четвертой, в пятой и в шестой секции мы будем поворачивать 3 раза. Итак, мы соединили накиды с первой петлей от планки. У нас получились укороченные ряды. Теперь уже следующие ряды у нас идут просто лицевые, это петли планочки боковой. Вот они, 6 петель. Дальше 10 петель полочки. И остальные петли 6. Это планки. То есть получается, что на лицевом ряду, на лицевой стороне, мы все петли вяжем лицевыми. Кромочную снимаем. Поворачиваем на изнаночную сторону. Уже видно, что это у нас изнаночная сторона. Это у нас лицевая. На изнаночную сторону. Провязываем первые 6 петель лицевыми. Дальше 10 петель планки. 10 петель полочки, они уже провязываются изнаночными. Всегда легко запомнить, когда мы делаем укороченные ряды, они всегда вяжутся все лицевые, что по изнаночной стороне, что по лицевой стороне, они все будут вязаться лицевыми. А когда укороченные ряды закончились, значит, вяжутся простые ряды по лицевой стороне лицевыми,
А по изнаночной они будут вязаться изнаночными. А петельки планки всегда будут вязаться только лицевыми петлями. Поворачиваем. И вяжем еще так два раза. То есть здесь все лицевые петли повернете на изнаночную сторону. Петли планки лицевыми, петли полочки изнаночными. Это петельки будут лицевыми. Еще два ряда. У нас опять получаются лицевые ряды. Теперь опять будем вязать укороченный ряд. Еще раз показываем. 6 петель планки, 10 петель полочки. Все вяжутся лицевыми. Но уже когда будем вязать с изнаночной стороны, мы будем делать укороченный ряд. Поворачиваем. Первые 6 петель планки лицевыми. 10 петель тоже лицевыми, потому что идет уже укороченный ряд, и они должны быть у нас вот такой вот изнаночной строчкой. Значит, тут тоже все петли лицевыми. Ну, не все, а 10 петель планки. В общей сложности, да, 6 плюс 10 будет 16 петель. Ну, у вас может быть другое количество. Итак, 6 петель оставляются. Вот 6 петель планки оставляются. Поворачиваю изделие. Делаю накид. Петля за работой. Да, вот, нить за работой. Провязываю все петли до конца спицы. Поворачиваю на изнаночную сторону. Опять все петли лицевые. До накида. Вот последняя 10-я петля. Вот накид. Поворачиваю. Делаю накид. Вы поняли, для чего накид делать? Когда мы соединяем накиды и первую петлю, чтобы дырки не было. Поэтому делается всегда накид. Опять. Петли до конца ряда. На изнаночную сторону. Тоже все лицевые петли. Но так как первые две секции мы делаем, я сделала укороченные ряды всего 2, значит, вот эти вот 2 накида и первая петля от планки, я их провязываю вместе. Всегда накиды уходят вот на левую сторону. То есть накиды надо всегда провязывать с левой петли. С той петли, которая на левой стороне. Не отсюда, а вот здесь. Довязываю эти петли. Поворачиваем на лицевую сторону. Все, у нас укороченный ряд закончился. Этот ряд у нас идет все лицевые петли. Последняя кромочная, снимаем ее, поворачиваем на изнаночную сторону. Первые 6 петель лицевыми, так как это планка. И вот теперь следующие 10 петли полочки,
они уже вяжутся изнаночными, потому что секцию из изнаночных петель мы уже связали. Так, 6 петель. Остальные 6 петель планки лицевыми. Ох, извиняюсь, я ее провязала. Надо снять. Это по привычке. Нить перед петлей снимаю и поворачиваю. Итак, вот мы провязали вторую секцию с двумя укороченными рядами. Вот так вот. Вот. Здесь два ряда у меня укороченные, и здесь два ряда. Теперь в следующей секции у меня будет три укороченных ряда. Раз, два, три, четыре. Четыре секции у меня будет с тремя укороченными рядами. Итак, теперь я буду вязать еще одну секцию с укороченными рядами, но уже буду делать три ряда укороченных. То есть здесь делали два, теперь будем три. Видите, уже как видно, что одна половина стороны у нас шире, здесь сторона уже. Если вы будете вязать как бы одну половину, смотрите, с этой стороны, а вторую половину, значит, с этой стороны будут укороченные ряды, недовязанные. Укороченный ряд — это тот ряд, который не довязываем. То есть на этой стороне я вязала, здесь не довязывала, возвращалась. С этой стороны я, наоборот, сюда вяжу, не довязываю и возвращаюсь. Итак, в этой секции я буду вязать 3 укороченных ряда. Все делается то же самое. Также провязываются все петли лицевыми, так как это изнаночная гладь идет, да? Значит, все петли вяжутся лицевыми. Еще два. Вот, поворачиваюсь. 6 петель остается. Накид. И вяжу в эту сторону лицевыми. В этих секциях удобно вязать укороченные ряды, потому что они все идут лицевыми. Здесь никак не запутаетесь. Так, теперь идем по изнаночной стороне. Просто в одной, на одной полочке вы будете вязать укороченные ряды по лицевой стороне, а на другой полочке вы будете вязать укороченные ряды по изнаночной стороне. То есть одна полочка получается по лицевой стороне укороченный ряд, а на другой полочке у вас будет по изнаночной стороне укороченный ряд, потому что они идут симметричны же. Поэтому. Итак, провязываем последнюю петлю, 10-ю, поворачиваем. Опять делаю накид и иду в эту сторону. Я думаю, что вы догадались, что 3 недовязанных или 3 укороченных ряда вяжутся то же самое, что и 2. Ну, все-таки давайте я вам с вами это свяжу. Итак, на изнаночную сторону перешли. Здесь тоже также все петли изнаночные, поэтому они вяжутся лицевыми. Итак, последняя 10-я петля. Но здесь надо повернуть изделие, накинуть третий накид, провязать в обратную сторону. Просто небольшой нюанс. По лицевой стороне ворачиваемся в левую сторону.
Поворачиваемся на изнаночную сторону. И теперь вот здесь надо не забыть, что первые 6 петель у нас идут лицевыми, так как это планка. Да? 6 петель. А вот 10 петель идут уже изнаночными, потому что здесь 3 ряда изнаночных у нас уже провязано. Поэтому эта сторона уже провязывается изнаночными петлями, чтобы по лицевой стороне они были лицевыми. Итак, не довязываем наши 3 накида. Здесь берем петлю от планки. Так как эти петли лицевыми, подхватываем все 3 накида, одну петлю от планки и провязываем ее лицевой. Все. И остальные 5 петель планки. Поворачиваем на лицевую сторону. Вот мы с вами сделали, что мы не довязали 3 ряда укороченных ряда связали. Все. Я вам показала, как сделать 2 укороченных ряда, показала, как сделать 3 укороченных ряда. Теперь я буду довязывать все свои секции, чтобы они у меня были симметричны. Когда я довяжу последнюю секцию, в общей сложности 1, 2, 3, 4, 5, 6 секций. Здесь идет убавление петель, так как у нас здесь вот внутренние петли полочки 10. Здесь я сократила по одной петле. У меня здесь 8 петель. Но уже укороченные ряды здесь не вяжутся. Просто сокращается количество петель. Итак, 2 секции, еще раз повторю, 2 секции у меня провязаны укороченными рядами 2 ряда. Остальные 3, 4, 5 и 6 секция у меня провязаны укороченными рядами 3 укороченных ряда. Дальше уже укороченные ряды не делаем, но здесь убираем по одной петле. Общей сложности у меня же 10. Здесь одну, здесь получается 8. Просто вяжем изнаночные ряды. Здесь опять сокращаем петельки, я сократила. У меня осталось 6 петель. Точно так же 4 лицевых ряда. И здесь вот изнаночные. Все то же самое, только укороченные ряды уже не делаю. И здесь закончила лицевыми рядами. Тоже так же 4 лицевых ряда. Вот такую вторую половину я сейчас буду вязать. Теперь, довязав наши две половинки, их надо соединять вместе. То есть будем набирать петли для спинки. Соединять первую и вторую часть. Для этого вот на правой стороне у меня осталась рабочая нить, то есть я сюда пришла, а на этой стороне у меня рабочая нить с левой стороны, вот с этой стороны. Я буду набирать дополнительные петли именно вот на этой спице, для того, чтобы потом соединить вместе. Что я делаю? Крючок, петля. Еще раз показываю. Вот кромочная петля. Заведем сюда крючок. Вытаскиваем петельку. Можно и с помощью спицы, если кому удобно. Ну, крючком, допустим, мне удобно. Одеваем эту петельку на спицу. Опять поддеваем эту же петлю. Крючком подцепляем. Петелька. Одеваем все петельки. И теперь вот здесь вот то, что нитка была на правой полочке, я буду провязывать все петельки. То есть соединять 2 полотна вместе. Вот это вот то, что нитка оставалась от другой половинки, ее потом надо обрезать и закрепить вот в эти петельки.
Это все провязываем. Здесь все вяжем лицевыми. Теперь уже переходим на петли планки, 6 петель. Здесь 6 петель полочки. И 6 петель планочки. Точно так же кромочную снимаем, переворачиваю изделие и вяжу в обратном направлении. Теперь давайте запомним, что у нас первые 6 петель — это петли планки, они у нас вяжутся лицевыми. Дальше у нас идут 6 петель полочки, они вяжутся изнаночными. Считаем 6 и 5, 6. Дальше все петли остальные вяжутся лицевыми, потому что здесь первые 6 петель планочки, затем 16 петель — это уже идет горловина. Опять идут 6 петель планки. Если путаетесь, можете вот так посмотреть. Дальше 6 петель полочки, они идут изнаночными. И остальные 6 петель планка. Кромочную снимаю, поворачиваю. Так, теперь давайте разберемся. Это начинается вывязываться спинка. Спинка будет вязаться в длину наших полочек, то есть в эту длину. Можете вязать просто лицевыми или изнаночными. Здесь уже разницы нет, как хотите. Но не забываем, что у нас здесь 6 петель планка. Вот здесь надо провязать столько рядов, сколько у вас здесь количество петель. То есть то же самое, что и на этой стороне. Чтобы здесь была окантовка. Здесь точно так же 6 петель полочки. Остальные 6 петель планки. Они вяжутся лицевыми. Без изменения. Только провяжем несколько рядов лицевыми туда-обратно, вот в этой области, чтобы была горловинка. Остальные петельки потом уже пойдут все лицевые, только петли планки останутся неизменными. Если хотите, можете вязать тоже таким же узором. То есть по спинке можете делать такие же полоски, как и на передней части. Только, конечно, без всяких убавлений. Здесь спинка идет ровная, без прибавок и без убавок, на ту же самую длину, что и ваши полочки. Если вы делали счетчик рядов и считали, значит то же самое количество рядов, что на полочке, что и на спинке, у вас должно быть одинаковые. Ну что ж, довязываем нашу спинку.
довязали половинку, довязали спинку. Вот такая вот деталька получается. Теперь складываем пополам концы наших полочек, присоединяем к боковой стороне спинки. Вот так. Ну, естественно, выворачиваем на изнаночную сторону. Вот так вот. И здесь прошиваем. Затем красиво обвязываем все края. Можно сделать шнурок, можно сделать пуговицу. И наше болеро для модницы, красавицы будет готово.